свои занятия, Фауст, углубись. Исследуй все, чтобы укрепиться в знании. По-прежнему будь с виду богословом, но корень всех наук стремись постигнуть. Несносна философия, темна. Ubi desinit philosophus, ibi incipit medicus. Врачом будь, Фауст, деньги загребай. И все же, Фауст, ты лишь человек. Вот если б людям мог ты дать бессмертие, или умерших к жизни вновь призвать, тогда была в почете медицина. Претит мне рабский дух науки этой. Лишь для глупцов законы медицины. Отвергнув все, приходим к богословию. Вот Библия. Ее исследуй, Фауст. Да, вечной смерти мы обречены. Что за учение? Que sera, sera. Так будь, что будет, богословие прочь. Божественна премудрость этих магов. Могущественный маг подобен Богу. Итак, свой разум, Фауст, изощряй, стремясь божественной достигнуть власти. Фауст! Читай проклятой книги, прочь, прочь ее. Ты встретишь в ней соблазн и навлечешь суровый гнев Господень. Кощунство здесь. Писание лишь читай. В искусстве славном, Фауст, подвизайся. В нем все сокровища природы скрыты. Будь на земле, как в небесах, Юпитер. Владыкой, повелителем стихий. Как завладела мною эта мысль. Смогу ль заставить духов мне служить? Их в Индию за золотом пошлю. Стеною медной окружить Германию. И быстрый Рейн принудить, чтобы лентой опоясал Виттенберг. Украсить школы прикажу шелками. Их всех студентов нарядить богато. Привет мой вам, Корнелий мой и Вальдес. Узнаете, ваша речь меня склонила заняться магией, наукой тайной. Фауст, твой разум, опыт наш и эти книги людей заставят чтить нас, как святых. Несносна философия, темна. Лишь для глупцов закон и медицина. Но богословие ничтожней всех. Оно презренно, грубо, низко, лживо. Лишь магия желанна. Как мавры Индии испанцам служат, так духи, обитатели стихий, служить готовы будут нам троим. Так покажи мне, друг, свое умение, чтоб духов мог я заклинать. Дубраве. Так будет, если ты в решении тверд. Oh.
облик изменить, чтоб не слышать ты слишком безобразен. Вернись ко мне, монахом-францисканцем, священный облик подобает бес. Я вижу речи посвященных властным. Служник твой, великий Мефистофель, Квидрегис Мефистофель, Страйс и Манец. Боже, Фауст от меня желает. Ты должен мне служить всю жизнь мою. Все делай, что тебе прикажет Фауст. Мой господин, великий Люцифер, пока не воюет он, не могу я. Не он ли приказал тебе явиться? Так не заклятием призван ты, скажи. Но как же ты сейчас вне сферы ада? О нет, здесь ад, и я всегда могу. Ступай, вернись к владыке Люциферу, а в полночь в кабинет ко мне приди и сообщи решение властелина. Желанного добившись, буду об избранном искусстве размышлять, доколе не вернется Мефистофель. Теперь, друг мой Фауст, отчайся в Боге. Вельзевулу верь, ты служишь прихоти своей, как Богу. Таков закон владыки Вельзевула. Ему построю храм и на алтарь кровь теплую налью новорожденную. Брось, милый Фауст, мерзкое искусство. Раскаяние, молитва, скорбь. Что в них? Они тебе пути откроют к небу. Одни иллюзии, плоды обмана. Они дурачат тех, кто верит им. О небе думай, Фауст, о небесном. Нет, Фауст, думай о богатстве, славе. Да, богатстве. Сомнения прочь. Приди, о Мефистофель. От Люцифера с добрыми вестями. Уж полночь. Вени, вени, Мефистофелис. Что говорит владыка Люцифер? Я служу тебе до крова, коль за услуги душой заплатишь. Ну, Фауст, отдашь свою мне душу, как раб тебе служить, когда я сам. И больше там, чем можешь пожелать. Да, Мефистофель, я ее отдам. Тогда на грешь ножом ты руку смело, и клятву принеси, чтоб некий день отдашь навеки Люциферу душу, и будь тогда велик, как Люцифер. Мефистофель, из любви к тебе я ранил руку, и своею кровью свидетельствую, что душа моя отходит к владыке вечной ночи, Люцифер. Но должен ты мне запись написать. Что ж, я согласен.
Однако, Мефистофель, кровь застывает. Не могу писать. Я принесу огня, достаю кровь. Застыла кровь. Что это означает? Не хочет, чтобы я грамоту писал? Зачем не бьет она живой струей? Я душу отдаю. Здесь остановка. Вот и огонь. Пойди сюда, дай руку. Опять сейчас свободна кровь моя. Немедленно закончу это дело. Так. Консуматум эст. Готова запись. Я душу Люциферу завещал. Но что за надпись на руке я вижу? Homo fuge. Даже мне бежать к Всевышнему. Он в ад меня не зринет. Солгали чувства. Надписи здесь нет. Вижу я отчетливую надпись «Homo fuge», но я бежать не должен. Это значит, Мефистофель? Да ничего, ответственно хотел я и показать магические действия. Коль захочу, смогу я вызвать духов? Да, и совершать деяния пошнее. Тогда и тысячи бы душ я отдал. Теперь скажи, чего ты хочешь? Сперва хочу тебя спросить про ад. Где место, называемое адом? Нет, где мы, там ад. И там, где ад, должны мы вечно быть. А потому, когда свет погибнет, и каждое очистится творение, все, кроме неба, превратится в ад. Но полно. Ад, мне думается, басня. Но хаос, прямой пример зловещий. Я осужден, и видишь, я в аду. Все это ад? Но, впрочем, бросим это. Супруге мне достань Германии прекраснейшую деву. Распутен я и похотлив. Как хочешь удивиться? Не говори мне, просто жену. Нет, раздобудь жену мне, Мефистофель. Она мне так нужна. Во имя дьявола ее достану. Попутайте, я скоро вновь пристану. Едва взгляну на небо, горько кая. Да что ты, Фаус? Раскайся, Фауст, сжалится Господь. Ты дух, не может сжалиться Господь. Кто это в уши мне жужжит? Снискать прощение может даже дьявол. Бог жалится, коль от души покаюсь.
Пусть так, но не покаяешься вовек. Окаменело сердце у меня. Раскаянию сил не достает. Так, а теперь скажи, кто создал мир? Я не скажу. Скажи мне, милый Мефистофель. Абаде, думай, Фауст, Боге, думай, Фауст, мир создавшим. Так помни же. Ступай, проклятый дух, в свой мерзкий ад. Ты на мученье Фауста обрек. Не поздно ли теперь? Уж поздно. Нет, никогда не поздно. Лишь раскайся. Раскайся, бесы разорвут тебя. Раскайся, и к тебе не прикоснуться. Христос мой Искупитель, спаси мою страдающую душу. Христос твоей души спасти не может. Он справедлив. Лишь я бегусь о ней. О, кто ты столь чудовищный на вид? Я Люцифер, а это мой сподвижник, князь Гиен. Фауст, за твоей пришли душой. Явились мне сказать, что ты вредишь нам. Толкуешь о Христе, нарушив слово. Забудь о нем, о дьяволе лишь думай. Прости меня. Фауст, мы пришли из ада, чтобы тебя развлечь. Садись, сейчас ты увидишь все семь смертных грехов в их подлинном облике. Картина эта будет мне отрадна. О, Фауст, спроси, как их зовут и каковы их наклонности. Ты первая, кто будешь? Я Клорос. Гнушаюсь мыслью, что мне могли быть родители. Я, подобно Овидиевой блохе, могу забраться в любую складочку телевки. Иной раз, как парик я восседаю у нее на лбу, или, подобно вееру из перьев, целую ее губы. Правда же, я это делаю. Да чего я только не делаю. Фу, фу, как здесь воняет. Я не скажу больше ни слова, пока полно не польют духами или не усилят драгоценными коврами. Ты вторая, кто будешь? Я Аучист, а я родилась от старого скряги, ветхой кожаной машины. Как бы мне хотелось, чтобы весь этот дом со всеми обитателями превратился в золото. Тут бы я его прятала в свой сундук. Милый мой золото. Ты третья, кто будешь? Я ярость. И нет меня ни отца, ни матери. Я выскочил из львиной пасти, когда мне было всего полчаса от роду. И с той поры ношусь по всему свету с этими рапирами. И сама себя поражаю. Когда мне не с кем драться, я родилась в аду. И думается, один из вас должен быть мне отцом. Ты четвертая, кто будешь? Я. Отец мой трубочист, а мать торговка устрицы. Я не умею читать. И потом хочу, чтобы сожгли все книги на свете. Я худею, когда вижу, как другие едят. Если бы на весь мир напал голод, уморил всех людей. Я осталась полна живых. Вот тогда бы я расширил. Сидишь, а я должна стоять, проклятие на твою голову. Прочь, завистливая гадина. Ты пятая, кто будешь? Кто я? Я, сударь, чревоугодие. Все мои родные умерли, не оставив мне ни гроша, черт возьми. И вот я получаю только скудное содержание. Всего каких-нибудь 30 обедов в день до десяток прохладительных. Но это сущие пустяки, еле-еле перебиваюсь. Не угостишь ли меня ужином? Нет, пусть тебя скорее повесят. Не то ты сожрешь все мои припасы. Чтоб тебя удавил тело? Сама удавись, обжора. Ты шестая, кто будешь?
Я Лейн. Родилась я на солнечном побережье, и всю жизнь только и делаю, что там валяюсь. Вы причинили мне изрядную неприятность, заставив прийти сюда. Пусть чревоугодие и распутство доставят меня обратно. Больше я не скажу ни слова, хоть бы вы меня озолотили. А вы кто будете, госпожа жеманница, седьмая и последняя? Кто я, сударь? Я та, кому дюймовый кусочек сырой баранины милее, чем аршинный кусище жареной трески. И имя мое распутство прямо на лбу у меня написано. Прочь, прочь отсюда, Бат! Что, Фаус, нравится тебе все это? О, это пища для души моей. Да, Фаус, все услады есть в аду. О, увидать бы ад и вновь вернуться. Вот было б счастье. Ты его увидишь. Я за тобой пришлю сегодня в полночь. Вот книга, с ней покамест ознакомься. Ты сможешь принимать какой угодно образ. Благодарю, могучий. Готовится хозяин верно к смерти. Ведь он мне отдал все свое добро. И все ж мне кажется, коль смерть близка, не стал бы Фаус бражничать так шумно в кругу студентов. А вот они сейчас за ужином совсем распировались. Как Вагнеру не приходилось видеть. Смотри, идут. Наверное, кончен пир. Ах, господа. Что это с Фаустом? Милый мой товарищ по комнате, если бы я жил с тобою неразлучно, я бы здравствовал и поныне. Но теперь я погибну навеки. О чем это Фауст говорит? Это просто-напросто пресыщение. Ужайся, друг. Да, пресыщение смертными грехами. Милосердие Божье бесконечно. Преступления Фауста никогда не будут прощены. А какие чудеса я совершал. Это может подтвердить не только вся Германия, но и весь мир. Но за эти чудеса Фауст лишился и Германии, и всего мира, и даже самого неба. Фауст, взывай к Богу. Рыдания рвутся из сердца, но дьявол сушит мои слезы. Пусть вместо слез хлынет кровь. Пусть погибнет меня
жизни дух мой. Ах, он сковывает мне язык. Мне хочется воздеть руки. Но смотрите, они держат меня за руки. Кто, Фауст? Люцифер и Мефистофель. Близится час, когда они должны явиться за мной. Почему же ты, Фауст, раньше не сказал нам об этом? Ведь священники могли бы помолиться за тебя. Слишком поздно. Уходите, друзья. Не то, и вы погибнете со мной. Господь укрепит меня. Я не покину Фауста. Не искушай Бога, милый друг. Пойдем в другие комнаты, и там помолимся за него. Молитесь за меня. Чтобы вы не услышали, не входите, ибо уже ничто не сможет меня спасти. Молись, Фауст, мы будем молить Бога, чтобы он смилостивился над тобой. Прощайте, друзья мои. Если я доживу до утра, я приду к вам. Если же нет, значит, Фауст в аду. Прощай, Фауст.